Приветствую, дорогие друзья, всех на своем канале. Меня зовут Дмитрий. Если смотрите это видео сегодня, 9 мая, желаю всем счастья, здоровья и мирного неба над головой. Ну, а мы еще к этой дате приурочили окончание сборки грядок. Значит, сделал грядки в своем огороде, наконец-то, из плоского шифера. Шифер 1,85 на 23, уже нарезанный по 200 рублей на данный момент. 1400 вроде дорого. И, кстати, еще кто-то спросит, зачем такие высокие грядки. Дело в том, что у нас зона рискованного земледелия. Если дожди, грунтовые воды у нас очень высоко, и все просто-напросто гниет. В том году я собирал грядки с уголками, 6 миллиметров болты. Уголки ставил вовнутрь. Это не есть хорошо, потому что, видите, они все в земле. Этот год уголки у нас снаружи, они в принципе не касаются, ну где-то касаются, где-то не касаются земли. Несколько слов между рядами, между грядками. Значит, смотрите, для удобства удобно, да, проще сделать. Здесь у нас широкий проход 80 сантиметров, что спокойно можно было ходить с лейкой и с тележкой. Этот проход у нас узкий, ну, чисто технологический такой проход, чтобы можно было сесть, пополоть. Потом у нас большой проход для того, чтобы проехать опять же с телегой, и там то же самое. То есть к этой грядке мы подъезжаем, вторая у нас проходная, и третий проход у нас опять же широкий для того, чтобы можно было спокойно проезжать. Земли, как видите, 20 сантиметров, ну, 5 сантиметров не досыпается. Не распирает, она достаточно прямая. Здесь у нас арматура вбита. Есть, конечно, вот такая штука. Собирается внахлёст. Сколько здесь? Ну, сантиметров 7. Кстати, эти грядки длиннее. Значит, нахлёст сверлится обычным сверлом по металлу. Запаситесь двумя-тремя сверлами, потому что очень быстро садятся. И еще, если есть возможность, то лучше сверлить там сначала тройкой, потом шестеркой. Чмыш, иди сюда. Да. Иди, хватит по чесноку ходить. Итак, последний чеснок. Ну, а дальше вы увидите всю сборку на видео без комментариев. Десять на 20. Посередине берем. Вот и все.
На этом, дорогие друзья, прощаемся. Кому видео было интересно и полезно, ставьте лайки, заходите на канал, подписывайтесь. Всего доброго, до встречи на канале.